Здравствуйте, ребята, меня зовут Алексей, и сегодня я вам расскажу о интересной фишке D-Hack. Заранее хочу поблагодарить AllSolo, который поделился данной информацией. Давайте посмотрим, как добывают ресурсы нормальные зерги. А теперь давайте посмотрим, как может добывать ресурсы D-Hack. Собачки, добывающие ресы, это что-то новенькое. К такому жизнь меня не готовила. Ну что ж, ребят, я не знаю, это баг или фишка, но так или иначе выглядит забавно. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал. Большой палец вверх. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.